так и обновился. Даже в ETS не сразу включился. Секунд через 5 видос. Быстро. Я не мог не обновиться, ты ж уже обновление ставил. Ну, в смысле, интерфейс обновлен. Не забывай левая сторона. Нет. Ну, долбоёб, сука, бразилец. Тупой пик-пик, блядь. А он правильно поехал? Да. Сука. Всё равно пик-пик. Да ладно, я тут не пить тут. На красный остановился. Гениально. Но большинство петухи. Как и тур. Смотри, он долбоёб, как впереди стоит навстречу. Ты направо? Угу. А хули он поехал на поворот? Меня пропустил в этом фризерном. Все едут в Лондон. Of the capital. Of Great Britain. Поворотник включил, но проехал на красный. Пиндер. Что-то у вас затусло. Чё? Ещё какой-то пристроился. Сколько у тебя, мам? У меня 4 тонны. У меня 17. Чувак по встречке топ. Бля, надо. Может, на Дафа пересесть там. Или это еще что-то, сука, на Сканию. Тут есть Скания? А, сейчас начну. А, ну да. Ты чё, блядь? На Рено. Чё-то попроще. На Морс. Морс хороший, правильно. Особенно если поставить мод на 730 или 750. За счёт я в последнее время ставил, чуть не работал в мультиплеере. А старое, то, что я ставил, осталось.
сука, это турок, блядь. Я ему посигналил. Он тебе тоже посигналил. Так он первый посигналил. На штурка, блядь, не сигналил. Буду представлять, что его послал нахуй. Расист, расист. Я? Спасибо за комплимент. Киевлянка, молдаванка. Слышь, сука, запорожанка. Он звонит. Или звонят. Выбирай что-нибудь. Ты меня судьба знал. У тебя прицеп толкается 17 тонн. Ох, не нравится мне этот поворотик. Я притормозил, бля. Хорош на мою полосу лезть. Я за... километр включил поворотник. И чё? Не видишь, поворачивать я поворачивать направо. Ты думал, я прямо поеду? Ну да. На Т-образном прямо. Ох. Видал? Нет. Видусь. Ну, блин, у меня вид из кабины был. Куда сука вернул? Твою мать. Сейчас дальше будет съезд. Ага. Ого, остановился, я аж повернулся посмотреть. Не обернулся ли он посмотреть, не обернулся ли ты. Фух. Вписался. Вписался. И тоже впадло. И ты мне было впадло убирать на этом, ну нет, я поставил себе сразу простую парковку, заезжаю. Ну ты-то прокачанный, у тебя 2000 часов тут, сука, а у меня хуля, сотка, две, три, 246. Это еще уровень? Ну что? Да. Да что? Так а что он дает-то после 35-го? Ничего. А у меня уже 35-й раз. Так у меня 32-й, сука. Я думал... Ничего думай, это не твое. Че, давай еще смотрим, куда есть. Смотри. В Лондон есть. Далеко ехать. Брюссель, сука. Ньюкасл. Кале. И хер знает куда. Кале, Лиль. Хуэле.
Париж, такой Париж тяжелый. Ты что, непременно легкий ищешь, блядь? Ну, сука, тачку надо менять. Я имею в виду, что не габариты. Ну, я могу в Брюссель взять, а ты в Лиль можешь. Ты тут смотришь? Вообще, ну сейчас подъеду и сюда. У меня вообще только 3 груза. Ну тут то же самое. Ну давай я Брюссель возьму. Или стой, сейчас на другой заеду куда-то. Я все хочу... Париж есть. Ну, сука, мне тяжело, я же говорю. Бери. Так, блин, пересаживаться придется. А ты на чем сейчас? Ну, на обычной сканере. Не прокачанной, что ли? Ну, прокачанной, но... Что но? Я не уверен, что оно потянет. Сколько у тебя лошадок-то? Там максимум. 750? 730. Ну, а в чем проблема? Куда ты хочешь пересесть? Ну, на шасси, которое 8 на 4. Ага. Ну, хрен знает, давай... Блядь, я не знаю. Ну, у тебя груз может исчезнуть. Ну, так, конечно, поменяется. Ты на базе, где у тебя, в Брюссель? Нет. Ну ты же за мной ехал. Не, я поехал. Ну, на... там Брюссель у меня был, где мы приехали. Я выехал, повернул налево, потом направо и потом налево заехал. Сел план. Ну поехали в Брюссель. Да бля, у меня туда чё? Тяжелый, а сюда Париж 1 тонна. Сука. А, бля, у меня в Париж... А, ну да. Я в Брюссель уже, у меня в Париж тяжелый. Чё? У тебя тяжелый Брюссель, а у меня в Париж тяжелый. Мне тут заехал надо. Не, ну, если чё, сейчас поедем. Возьму ну, Брюссель. Я просто не хотел брать, потому что, блин. Чё, зря добавили 8 на 4, 6. Уж не смотрится, когда тащишь. Так, двухосевый. Люксембург. Первый. В колене обратно. Сейчас еще.
еще на одну заеду. Честер. Ты запарился своими короткими этими. Хрен, блин. В одно место не идешь. Ну, по пути можно. Так бы ж прикольно. Ну, сейчас будет сервис. Ед. Не габарит, ну ты? Да нет, просто что это. Блять. Что такое? Хотелось легкий поесть еще. Будет нормально. Фу. Я думаю, так сколько тяжелый ты имеешь? 15 тонн. Сколько? 15. Ебать тяжелый. Ну мне так, 18, блин, есть разница 1 и 15. Так хуй. Ну, голубя взял в дрессир. Ничего. А у нас одинаковый маршрут? Угу. По дороге. Ну так как... У тебя так как мы ехали сюда? Ну вроде. Ну через Кале. Ой, через... Точнее, куда у тебя? Лиль. Через него, короче. Ну, через Кале получается тоже. Бля, ебу, я не знаю, что с этой игрой сделать, чтобы у меня FPS не проседал. Все нормально работает, одно это дерьмо. А не еще арк. Тоже хрень. Не оптимизировано. Просаживается иногда. Ты хотел, чтобы я ее купил еще. Ничего, ну, играть возможно. Посмотри. Как она лагает на мощных железах. Ну, я на средней низких играл. На средних даже, по-моему, на 570-й свой старый. Ничего, нормально. Там реально весело. Забабахали там столько приколов втроем. Пердились. Сколько у тебя тонн? 18.
А в Париж сколько был? 39. Ебать, понятно. А ты... У тебя есть это дополнение? Нет, я ж не покупал. Тьфу, блин. Этим питерам не жалко денег. Еще больше заносить чуть. Так сколько? Уёбки. Конченые. Все то, что должны раздавать бесплатно, они продают. Ладно, территории там, но, блядь. Все остальное. В смысле, локации. А все остальное, блядь, это пиздец. Сколько там уже? 7 тысяч надо, чтобы все купить. Сук, тебя ж никто не заставляет раскраски брать. Ну, а тюнинг и прочее. То, что и так должно было быть. И прицепы. Ну, конкурентов нет. Чё ты хочешь? А жаль. Какие с менеджером? Да-да, ну хули фифу менеджер перестал делать. Если бы хорошо сделали, тоже брали. Не играл никто. Ты думаешь? Да и мультиплеера не было, только в одной какой-то, 12. И то какой-то, непонятно. У тебя включены искусственные зеркала? Нет. Только эти. Тогда опасно. Это да, но я глянул, где ты там, когда перестраивался. Нихера не увидел и повернул. Ебать, летим опасно. А чё тут налево? Разве налево? Мне направо. Ну, в смысле, сейчас. Влево, подожди, справа. Да, да. Чё, и на БМВ? Ну-ну. В Англии. Туфа факается. Все кроме меня. А, через это, через... поезд. Куда было бы ближе, хера знает. Блять. Хотел обгонять все. Я обогнал.
там далеко? Тебя ждать, походу, надо, да? Да хули, он уже порт. А, ну да. Я там проб. Ты там что, все обогнали, блядь? Что-что? Тебя там все обогнали, говорю. Да нет. Тут поворачивают нахрена к тем просто. Красиво. Нахуй. Какие бочи интерфейс скрыть? О. Пиздык. Что, не будешь скрин? Понял. Я даже в редактор это зайду. Съёмка. Что, сразу выкладываю? Да не. Хуй сейчас выкладывать, нет никого. Едешь? Сейчас, блядь, я в редак в этот... В, сука, как эта хуйня называется? В съемку, короче, зашел. Интерфейс, вернись. Бах.
Что оно? Да, встречки не будет. Чё, а я видео пишу. Рекорд такие. Бля, ты ж не видишься видео, блядь. Хотя можно отрезать, указать. Ну да. Так, сука, там меня забанить могут, если все видео посмотрят. Давайте позвучим игру. Сука, тут скриншотик бы классный вышел. Сука, позвали бы меня реально. Я бы тут наозвучил. Слепит немножко. Бабах! Нет. Классно было. Ты тоже? Че, притормозил? Я не тормозил, даже с газ не бросил. Наркоман, наверное. Чубак. Меня прямо. Если чё. Мне тоже. Я же говорю, мне через ли. Только дальше потом. И тут опасный поворот. Что такое? Или ты дальше? Дальше. Сейчас будем. Что, на дороге стоит? Ага. А вот и Лили. Ух, ебать. Главное, вовнесся с курой, ну точнее, рака на повредился пульсар 1%. Кстати, в этом, ты смотрел видос, что я кидал, или так и не посмотрел? Forza Horizon 4. Ну, смотрел вроде. Вроде. Там, где... Ну вроде да, смотрел. Там, где даже не знаю что. Смотрел. Я не знаю, как это писать. Как... Кто там, разработчики играли или фанаты. Комьюнити. Короче, там этот реализует в четвертой части времена года. Ну, этот. С меня, короче, неделя будет, как один сезон, понял? То бишь будет все четыре время года. Лето, осень, зима, весна. Ну да, я смотрел. Круто, короче. Там у каждого видно свои особенности, как в реале. Блин, тут стать нефть. Или вот тут вот.
Ну суд, ты выезжаешь, да? Я жду тебя дальше по дороге, как на Брюссель ехать. Видео ж пишу. Хотел сказать, опять Nvidia, сука, этот грузит. И Chrome меня кумарит при открытии сайтов там и прочего тоже, что ненормальный. Жрать охота, блин. Долго открывает или чё? Ну, иногда долго. И этот. Фу, скажи. Жёсткий грузит во время открытия сайта. Прилично. Сейчас он вообще, сука, 50% загрузки. А, ну сотка загрузка диска C, блин. Как это называется? Ебать. Брюссельного нет, потому что близко слишком. А вот по пути в Роттердам. В Роттердам тебе? Именно туда. Ну, блядь, там. Я до Брюсселя и все. Ну ладно, с тобой проедусь, еще гляну, если будет Роттердам. Или так пустой. Поехали. Да я скину себе сериал, то пойду спать нахуй. Блять, нихуя не видно, сука, долбоёб. Навешав их ебаных лампы. А ты SimCity удалил, я не помню. Вроде да. А может и нет. Сука, с видосами разгребись, позаливай их сегодня. И не удаляй их. Которые мы, сука, можем поиграть. Тут у тебя Splinter Cell'а нету? Ну, может, на Fusion Hacker? Ну, скучно. Ну, стелс, блин, такое. Сука, чуть Humble не купил, вот его новый, который был. Сука, оказалось, что у меня все есть с него. Кстати, Insurgency установил. Можем сейчас зайти, если кто-то будет. На боёчек. Я поставлю скидываться этот. Бля, скид тут. В Турцию тебе отдыхать ехать противопоказано. Резал бы, сука, ублюдка где-то. Подворотня. Недавно в Стиме раздавали. Ну, вроде как раз таки, когда ты пропал. Ты стоишь? Нет, не ты. Поехали. Чё?
Я гляну. Короче, сейчас. Пиздануться хром. Диски. Андрюха опять в этот explain играет. Сук еще и сам не все дальнобойщика забываю установить. И вот тут я ж порассказывал про True Crime. Да и про карателя когда-то рассказывал. Поиграть захотелось. Может, качну завтра. Ну-ну. Или сегодня качну. Ставлю, пусть качается. Качнуть, установить. Это не значит поиграть. Да ну. Я и в карателе, и в True Crime уже много раз играл за эти года. Часов по 5, правда. Вот. Ну да. Ты каждый раз уж, сука, заново начинать, а бесит. Оп-оп-оп-оп-оп. Красавчик. Слышал мне? Дови. Фризануло. Тебе тоже сюда или? Да мне тут в объезд на главную дорогу. Ты поедешь туда еще? Ну сейчас ляна будет у меня ж. Ух. Фух. Остановился. Когда там транспорт добавлять собирается? Новость была про то, что ну видео как они показывают и все. Как что? Ну, показывали, как они ездили. Разрабы. Сум. А, то что не добавят, не говорили? Когда добавят, можно сказать. Скоро. Вот. Одет его. Скинь.
тварь обитая. Хотела, сука, как в GTA взлететь на трамплин. Сука, так а хули ты в Брюссель не заехал? Или ты заехал? Я на мосту стою. Я могу в Мальму взять, чтоб, блядь, пустым. Там отказаться. Да, так будем кататься, пока не совпадут грузы. Не, я говорю отказаться. Трактор, сука, 23 тонны, да ну его нахуй. Сейчас что-нибудь там еще было. Мальва. А что, нет у тебя Амстердам, например? Нету. Стал. Хрен с ним, пусть будет трактор. Когда ты последний раз был, кстати, на дороге Кале-Дуйсбург? Ты не помню, я ж вообще, блядь, сколько мы не играли. Когда вот 3-4 месяца назад, наверное. Когда мы с тобой играли, тогда я и был. Ну и то мы вроде... Я не помню, были там ночи. В Скандинавии или во Франции. Я что-то вообще не помню, чтоб мы там вдвоем ездили. А надо бы прокатиться как. Сейчас пик. Надо будет. Запастись фиксом и в путь. Вообще остановки на мостах запрещены. Погнали. Чё, сука, встал? Гоняй, может у меня другая дорога будет. Ну все, блин, прямо надо. Семь тонн у меня. У меня 23. Пришлось все. Падла была на другую эту ехать.
О, топливо заканчивается? А, как раз заправка впереди. Ой, дальше. Поехали. Да я еду на 35. Четверг играли в зале. Футбол. Пашина команда проигрывала, и он ушел где-то на половине времени. Как из сохранения. Психанул. Да. Чемонишку мою забрал. Кого? Манишку свою забыл. Я ему дал свою, он секс свалил. Ну, теперь постирает за меня. Так вы в разных? Ну, делимся каждый раз. Такую пушку страшную положил. С левой. Кто? Я. У меня ж правая болит, когда я с подъема бью на силу. Приходится пушки с левой бить. Я, сука, левой, блядь, ходить нормально не умею, не то что бить. Вообще, сколько, блин, за сборную играл. Школа. Левая вообще беда была. Ну, потому что ты не использовал ее. Да ну сколько пытался, все равно. Не особо. Но в целом да. Что, зафризился? Нет. Воу, ты зафризился. Ты у меня на мини-карте только что остановился, а потом резко за мной оказался. Ну так я этот... тормозить начал перед тобой. Ну я же говорю, ты резко оказался. Я ж видел на мини-карте, что ты как будто остановился резко. Себе. Петухи, сука. Был бы админом, нахуй всех бы банил, кто на красный едет. Ты же сопьешь. Нехер. Когда спешу. Ага. Что у тебя за раскраска? Шведская. Почему? Ну, смотрится прикольно. Она такая металлик, переливается. Не патриот ты. Похоже на укроповскую, правда, цветами. Все, больше никуда не заходим.